Я задам тебе сегодня пару вопросов, я думаю, которые интересны твоим зрителям. Первый вопрос. Расскажи немножечко о себе. Меня зовут Анастасия, я основатель и собственник кондитерской «Ганзи». Название в честь моей фамилии. А сколько ты занимаешься уже этим, когда она открыла? Кондитерская здесь уже находится 3,5 года. До этого я занималась тем же самым, но в другом маленько направлении. Это была кондитерская студия, а совсем давно-давно это было домашнее увлечение, хобби. Вот, самый такой интересный вопрос, как пришла такая мысль, почему именно вообще кондитерская, да, почему именно ее ты открыла? Когда я уже начала заниматься тортиками и выпечкой, то есть у меня ближайшая цель и мечта была, это именно кондитерская с посадкой, с витриной, куда можно приходить вкусно, покушать десерты и выпить кофе. Это не было моей мечтой там, с самого детства, что я прям этим грезила и жила. Как и многие, работала в офисе в банке до декрета. И именно в декрете случился этот переломный момент, когда я кардинально поменяла сферу своей деятельности. Следующие вопросы мы с тобой разберем уже в следующем видео. Спасибо большое.